Заявление министра по делам семьи, женщин и молодежи ФРГ Франциски Гифи вызвало новую волну в дискуссии о сосуществовании культур и религий. Гифи поддержал инициативу одной из школ закупить мусульманские купальники буркини, чтобы девочки, исповедующие ислам, могли посещать уроки плавания вместе со всеми. В интервью газете «Цайт» Гифи сказала, что все дети ФРГ должны уметь плавать. И такое решение позволяет предотвратить споры, негативно влияющие на школьный климат. Адвокат Сейран Атес, активист борьбы за права женщин-мусульманок, с этим не согласен. Буркини нет оправдания, пишет он. Таким мнением нет места в политических процессах. Дискуссии разгорелись после того, как дирекция гимназии имени Пестолоцци в городе Херни, федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия, закупила на деньги от пожертвований 20 буркини. Их стали выдавать бесплатно, чтобы никто больше не отказывался ходить на занятия в бассейн. Секретарь правительства Северного Рейна-Вестфалии по вопросам миграции Сераб Гюлер подвергла критике это решение. «Когда женщины в Саудовской Аравии рискуют жизнью за каплю свободы, мы в Германии не должны надевать на девушек буркини». Противники новшества считают, что оно способствует не интеграции, а созданию параллельных обществ.